Это улица Наушкинская, неподалеку находится школа номер 50. Мы на месте происшествия, сейчас здесь представители администрации и СМИ. Несколько часов назад на ученицу 11 класса, которая шла на учебу, тут напала большая собака. Я шла в школу, и на меня напала собака. Укусила 2 раза, порвала куртку, сумку и ездила потом в травмпункт. У меня глубокая рана. По словам Галины, позже выбежал хозяин собаки, отогнал ее, а Галине помог перейти через железнодорожные пути. Затем повернул домой. Скорую она вызвала сама, дойдя до школы. Что касается хозяев Алабая, то общаться с прессой они не пожелали. С ними побеседовал представитель администрации Михаил Дрозд. Собака породы Алабай по кличке Цезарь, принадлежащая хозяйке Екатерине Павловне, то есть она это признает. Всего, получается, вчера, 23 декабря, ночью она, из ее объяснений, она, получается, вышла из дома. Неизвестный человек ее выпустил. И сегодня утром, когда случилось нападение на человека, после этого только ее завели домой. Собака зарегистрирована, бешенством не болеет. Ранее со двора уже убегала. Административные наказания, которые понесут владельцы, штраф 1000 рублей. Однако все зависит от причиненного ущерба здоровью пострадавшей девочки. Если вред тяжкий, в дело вмешаются правоохранительные органы. Тем временем по всему городу проводятся массовые рейды по выявлению безнадзорных животных. Отмечу, что сегодня уже в сотых кварталах произошло еще одно нападение собаки на девочку. Дмитрий Гамбоев, Сергей Медведев. Новости дня.